Меня зовут Майк Бикл, я директор Международного дома молитвы в Канзас-Сити, прямо посреди Америки. И я так ценю семью стражей и то, что происходит вот в этом, когда мы вместе собираемся, соединяет из разных течений тела Христа вместе. Очень динамично, живым образом. И как мы учимся идти на следующий уровень взаимодействия с Духом Святым, где мы можем выражать Царство Божие, как люди, которые несут в себе присутствие Духа Святого, туда, на рынок, в университеты, в суды, во все места, в площади общественные. Но я хочу дать одно слово увещевания. Иисус сказал: «Любить Бога всем сердцем и разумением твоим». Он назвал это чем-то очень уникальным, и мы можем это пропустить. Это первая заповедь, это великая заповедь. Я хочу сказать, Дух Святой — это первый приоритет Духа Святого. Иисус назвал это первой заповедью. Это самый в церкви первый приоритет. Я хочу ободрить нас, чтобы мы преднамеренно действия совершали, чтобы это исполнилось. И у нас тогда будет очень хорошие живые отношения друг с другом, и мы принесем другим его присутствие. Мы очень любим вас, люблю вас, это семья Стражей Нации.